Это выход из красной зоны. Вот это вот чистую зону. Среда, четверг максимум, мы должны уже начать принимать пациентов. По крайней мере, работа строительными должны быть закончены. А сегодня у нас, я говорю, для камеры воскресенье, да? То есть уже очень быстро. Это последнее помещение, где у нас будет находиться пациент, получается, на нашей территории. И дальше он уже уходит домой на карантин и после этого живет обычной своей жизнью. Планируем комнату отдыха персонала. Где они смогут отдохнуть, где они смогут принять пищу. Ординаторские все подпалаты, да, получается? Это кабель кислорода и все, да? Это кислород будет, да. Ага. Очень хорошо. Это кислород, да, тоже получается? Да. Все медное, это кислород. Исторический момент. Газификатор, да? Да. Кислород, который централизованный будет подача на весь корпус лечебно-инфекционный корпус. Вот из этих емкостей. Да, оставляем. Мощность газификатора позволяет на 100% обеспечить кислородом каждого пациента, находящегося в госпитале. В растворе дезинфицирующего средства, потому что это необходимый элемент алгоритма. Уважаемые коллеги, решением правления региональной общественной организации ассоциации средних медицинских работников Тверской области закуплены пульсоксиметры и электронные тонометры. Мы надеемся, что вот это необходимое оборудование для того, чтобы понимать, как наши пациенты дышат, сколько у них кислорода в крови, вот без вот этого аппарата это просто невозможно врачам работать. За два дня сделали отдельный вход. Здесь еще буквально вчера висел козырек, где комната отдыха врачей. Ага. Да тоже комната персонала, да? Да, там вам койка есть, там было разворачивать. И еще комната для сидящих. Большинство кровати вообще установлено с электроприводом. Ольга Кирилловна. Готовы к работе? Ну да. Я надеюсь, мы сможем уже в ближайшее время переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией и победить это заболевание.